6 по 8 марта на территории Колпашевского района состоится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Его цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Акция проводится регулярно. Автолюбители должны быть готовыми к тому, что проверки в течение действия профилактического мероприятия могут быть неоднократными. Полицейские призывают колпашевцев относиться к этому с пониманием. Такие меры позволяют выявлять граждан, которые, несмотря на запрет и жесткие санкции, садятся за руль в нетрезвом виде и нередко становятся инициаторами дорожных аварий. Госавтоинспекторы призывают местных жителей сообщать в полицию информацию о водителях, которые отправляются в поездку в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ведь таким образом, возможно, вы убережете чью-то жизнь. Сообщить о нетрезвом водителе можно ближайшему наряду дорожной патрульной службы или по телефону дежурной части 02. Звонки принимаются круглосуточно. С мобильного 102. Звонок бесплатный. Сообщения о совершении водителями противоправных действий могут быть анонимными.